Всем привет, дорогие друзья, с вами Конор, и мы продолжаем играть в Fallout 3, ибо я снимаю, вы смотрите. Я извиняюсь за такое быстрое окончание серии, в прошлой серии, и хороший кроссовок, да. Но, так уж вышло, мне звонили. Я только что наговорил, сразу же продолжаю, чтобы вы не ждали долго. Что это, блин, там за батя? Ебяныч. Играться забирает лишнее мое время. Пойдите нахер, я могу. Так, я не завел чуйку. Секунду. Едем дальше. Ого. Короче, вывод такой. Высновок. Короче, люди, мои люди, ой, не люди, друзья мои, пиздец вам. Ба-ба! Знаю, алкаш. На. Ух, нихера. Ё. Я его скоты ёбил. О, чувак, привет. Как сам? Классно. Хрип. Пацан, ты рип. Или хрип. Или охрип. Я охуел. Хуя. Не мог понять, куда мне идти. Карта местности. Угу. Не, значит, по прямой. Фух. Чё ж так долго-то? Уже спина болит. Мне этот гребаный выход.
Идем. Так. Макароны с сыром. Пива. Все. Жрать. Иди, жди на тот свет, сука. Ахуеть, скота ебаный. Терминал. Что тут, блядь, делать? Ничего тут нету интересного. Что нахуй? Ебяныч. Ебяныч в ямыч. Ух ты. Все, наверное, нам сюда. Мы вышли. Огонь! Вы еще дрови. Иди нахуй. Иди в хуй. Не прекращать стрельбу! На, извини, брат. Я его сколько убил. Была не силовая броня, а обычный костюм. Что там так нахуя? Ловите, Эйден. Ловите. Ловите. Воль. Нате, Эйден. Нате, Эйден. Нате еще. Нате. Натя, ебёныч. И тебе. Спасибо. Так, и куда, да? Мне точно не послышно. На тебя. Хорошо, да? Что мне тут делать надо? Выруби их чертям или чё?
соврал. Что мне сделать, я не пойму. Баба. Ту! А, мне сюда, да? Да. Вырвите все прожекторы, это здесь. Все, все, все. Всем привет. Спрятаться думал, да? Извиняюсь. На. Тоже на. Молодец! Когда прожектор погасили, клянусь, мне послышалось, что троги хохочут. Думаю, я скажу за всех рабов. Мы рады, что этих мерзавцев больше нет, и пусть они сгниют в могиле. Да, да, у всех все будет в порядке. Медея обещала присмотреть за малышкой, если у нее хватит времени. Не беспокойся. Мы срезали пару углов в опытах над отродьем, так что уже сейчас удалось получить кое-что против радиации. Держи! Это за счет заведения. Но главное богатство города – завод. Ты можешь пользоваться патронным прессом. Клепай себе боеприпасы на здоровье. Это твоя заслуженная награда. Все, что захочешь. Я займусь наведением порядка. Медея будет присматривать за девчонкой, а ты можешь приходить и уходить, как пожелаешь. Кстати, если хочешь, можешь и дальше собирать чушки на заводском дворе. Это мало кому по силам. И награда от мастера будет соответствующей. Ну и Медея говорит, ей нужны игрушки для девчонки. Если вдруг что-то найдешь, то привози. Но это, конечно, если тебе есть до нее дело. Лично я на твоем месте пил бы, пока из ушей не полилось. Так что наслаждайся жизнью. Медея, казалось бы, работа. Не забудь повсюду рассказать о Питте. Серьезно, нам нужна свежая кровь. Новый уровень. Ребята, новый уровень. Сейчас будем красноречие качать и качать. Все, стоп. Охренеть. Готово. Все, рабы свободны, овцы целы, и пастуху светлая память. Ладно, как увидеть. Я все сделал, так что... Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не забывайте смотреть новые серии. Я тебя урою. Не забывайте смотреть новые серии, извиняюсь. Ну и... И подписывайтесь на канал, опять говорю. Ну, собственно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Коннор. Всем пока.